мы сейчас стоим на углу Декабристов и Большой Морской, бывшая улица Глазенапповская, 12. Мы стоим у перестроенного здания, вот брандмауэрная постройка. Оно было едино и заполняло собой весь квартал. Это штаб 58-го пражского полка. Он был образован в 1831 году. И по распоряжению генерал-квартирмейстера, так сказать, был дислоцирован в нашем городе. И здесь он был с 1870 по 1917 год. Потом его по естественным причинам не стало. Здесь достаточно развитая инфраструктура этого полка. То есть у нас есть остатки казарм на 2-й Слободской, если мне память не изменяет, 122. Там остатки казарм. Есть на 6-й Слободской казармы ластового экипажа. То есть 4 батальона имели здесь свои казармы. Был военный госпиталь этого полка, была церковь на месте Киево-Могилянской академии. То есть, в принципе, вот эта воинская часть, она оказывала достаточно, ну, вот, можно так сказать, сделала такую вот культурно-историческую прививку Николаевской городской общине. До того, как полк, то есть 4 батальона, был здесь дислоцирован, он имел довольно-таки героическую биографию. Участвовал во всех войнах. То есть вот с 831 года в русско-турецких войнах, в подавлении польского восстания. Почему пражский полк? Это предместье Варшавы, Прага. То есть они и там отличились. Участвовал в Чеченской войне, в первой. В Крымской войне пражскому полку пришлось хуже всех. Он оборонял Малахов-Курган и потерял 2/3 своего личного состава, то есть убитыми. За это ему было дано Георгиевское знамя. И вот, так сказать, полк был, так сказать, доведен до штатного расписания и расквартирован здесь. Горожане очень хорошо относились к военным. Но когда не хватало денег на строительство храма, народ сбросился. Здание достроили. В то же время сами военные тоже очень активно участвовали в культурной жизни города. Ну, во-первых, офицеры сбрасывались, так сказать, и давали средства на две стипендии в реальном училище Витте. Да там, где вот сейчас резиденция банка «Аваль». Полковой оркестр за год давал больше 1000 концертов на бульварах, скверах. Да, больше 1000 концертов. То есть вот они играли, то есть вот гастролировали по городу, то есть во всех садах трезвости, во всех сквериках. Ежегодно полк устраивал день древонасаждения. То есть садили деревья. Ну и кроме того, устраивали, в полку была очень большая библиотека, больше 3000 книг, устраивали лекции, чтения. Был такой полковой командир с 1907 по 1909 год, Александр Дмитриевич Нищеволодов, историк, автор многотомного труда «Сказание о земле русской», четырехтомника, который был рекомендован для изучения в гимназиях и реальных училищах. То есть сам Николай II ему заказал этот том. Но дело не в этом. Он был историком, читал лекции в театрах. Плюс ко всему, время от времени, он организовывал, ну, тут как тактические занятия. Марш Борски в Ольвию, 40 километров. Весь личный состав полка с офицерами туда приходил. Фармаковский им проводил экскурсию, а потом ему что-то помогали там на раскопках. То есть вот достаточно такая вот тесная общественная жизнь, вот именно с городской общиной. Были жесткие правила. Нищеволодов, который, так сказать, там писал о еврейском капитале очень много книг всяких, он запретил офицерам брать деньги в банках, суды, на свои личные нужды, на обустройство. Запретил офицерам играть в карты на векселя, только на наличные полагалось.
То есть были вот свои какие-то вот такие корпоративные интересные штуки, которые исчезли перед Первой мировой войной. Самым удивительным человеком, собственно говоря, я вот хотел бы о нем рассказать чуть-чуть, это Александр Дмитриевич Нечеволодов. Человек с таинственной биографией. Это первый финансовый аналитик в Российской империи. Он родился 25 марта 1864 года в семье военного. В семье военного Дмитрия Ивановича, генерал-майора Дмитрия Ивановича Нечеволодова, который был личным другом генерала Скобелева и отличился при обороне Шипки. И вот он отдал своего единственного сына в кадетский корпус и думал, что он пойдет по строевой части. Ничего подобного. Парень пошел не куда-нибудь, а в контрразведку. Не в какую-то контрразведку, а во внутреннюю. То есть в 1883 году полковник генерального штаба Шиловский был такой. По личному указанию императора Александра III создал специальную службу, которая отслеживала незаконный оборот оружия в армии. Все дело в том, что многие офицеры сочувствовали народникам, как их тогда называли, бомбистам. И, соответственно, снабжали их взрывчаткой, револьверами, там, глицерином там, и так далее и тому подобное. Эта служба была создана ради того, чтобы, вот, так сказать, на корню пресекать всю эту коррупцию, это предательство прямое. И Нечеволодов очень сильно отличился. То есть за какие-то 3 года он умудрился пресечь кражу со склада 1-го Эрзурумского полка, крупную кражу оружия. То есть виновные были наказаны, расстреляны, то есть офицеры. Умудрился через свою агентуру остановить турецкий корабль, который был, так сказать, по самую ватерлинию загружен глицерином, взрывателями, которые шли тоже террористическим организациям. После таких успешных операций он попал на глаза целому начальнику корпуса жандармов Джинковскому. Ну, способный офицер, он уже там тогда, по-моему, дослужился, если мне память не изменяет, до капитана, да. И его отправили в Варшавский укрепрайон, в Варшавскую крепость. А Польша в то время – это сплошная контрабандная страна. То есть именно оттуда, из Европы, шло оружие, нелегальная литература для народнических организаций. И вот Джунковский проследил статистику всех задержаний, вот этих вот. Ему пришла мысль, что это такое, откуда столько денег. Откуда столько денег, потому что задерживали столько контрабандного оружия, что это бюджет небольшого государства. И вот, так сказать, он попросил творческий отпуск. Творческий отпуск, тогда такое было, служебный. И стал работать в архивах. В архивах Горного департамента, Министерства финансов, Министерства путей сообщения. Для чего? Для того, чтобы отследить вот финансовые потоки банковского капитала. И он вот выпустил две брошюры. Одна называется «Русские деньги». Вторая — «От разорения к достатку». И там вот на пальцах очень популярно рассказал народу, почему-то сказать, вот как развивается этот паразитический капитал. То есть вот Адам Смит, вслед за ним Маркс и Энгельс, они скрыли от народа преступную паразитическую функцию банковского капитала. На него были злые и народники, и первые марксисты. То, что сказать, никакой логики в марксовом капитале нет, по его словам. И он стал называть по фамилии этих людей. Сказать. То есть вот у него там последняя глава, «Русские деньги» называется. Россия, по его мнению, ежегодно платила по процентным займам сумму, которая превышала контрибуцию Франции, Германии после поражения в войне 1870-71 годов. То есть более 5 миллиардов
Валюты. То есть вот каждый год Россия выплачивала, так сказать, такую контрибуцию. Почему в такой изобильной стране народ находится в такой тотальной нищете? И он называет этих виновников. Это Ротшильды, Малклеевы, Карнеги, Поляковы и так далее и тому подобное. И, короче, этот парень в конце концов просится в командировку, уезжает в Данию и в Финляндию, в ложу Вартбурга и Бреэля, в масонские ложи. Очень долго там работает. В конце концов, говорит о том, что в масонских ложах скопилось столько ростовщического банковского капитала, что он должен найти какой-то выход. И этот выход будет война. То есть деньги будут вращаться не с удвоенной, а с учетверенной скоростью. Он предсказал войну в 1914 году. Эти две книжки наделали такого шума в Питере, что там фракции кадетов в Государственной Думе потребовала судочести над офицером. В конце концов, банкиры не выдержали, то же самое семейство Поляковых. Они просто вот надавили на свои рычаги и его отправили сюда, в Николаев, командовать за штатной частью 58-го пражского полка. Вот здесь он был 2 года. Потом его отправили в генеральный штаб в 1909 году. Во время Первой мировой войны он попросился добровольцем, его долго не пускали. Все-таки отпустили командовать сначала пехотной дивизией, потом корпусом он командовал. В конце концов, он дослужился до звания генерала-лейтенанта к революции. Но во время революции, во время гражданской войны, воевал, естественно, на стороне белых. Возглавлял ту самую контрразведку. У Врангеля, сначала у Деникина, а потом у Врангеля. Естественно, за ним охотились красные. Троцкий обещал за его голову награду, какую-то бешеную, не помню цифру. За ним охотились, когда он уже был в эмиграции. Различные еврейские сионистские организации. Но в 1934 году, он отказался быть... Вот для него бытовой антисемитизм — это вообще, он просто боялся замараться за это. Он отказался быть почетным председателем Союза русского народа, ну, центральная черносотенная организация Российской империи, которая существовала и в эмиграции. Он выступил экспертом на Бернском суде, где обсуждались сионистские протоколы со стороны защиты. То есть не со стороны обвинения, а со стороны защиты. То есть он, ну, под занавес жизни превратился в такого вот толерантного человека. Несмотря на то, что он все время выступал как ученый против еврейского банковского капитала, на бытовом уровне ему сионизм претил. Он здесь предотвратил за свое недолгое время 2 еврейских погрома. Есть источники в Херсонском архиве. Когда, так сказать, там приводится неформальная просьба херсонского губернатора не лезть, то есть ему, то есть не лезть там во внутренние конфликты местного населения. Он ему прямо так и ответил через курьера, что он не допустит гражданского кровопролития на подведомственной ему территории, то есть в Николаеве. И не было никаких еврейских погромов пока. Он был командиром, так сказать, этой части. Умер он в 1938 году в Париже, очень активно сотрудничал в издательстве «Долой зло», это тоже антисемитское издательство. Вывод. Ну и похоронен на парижском кладбище. Вот такой вот человек, интересный человек, был в этом здании.